это весь самый взлет. Да, я захотела в туалет. Николь, возьми пока паспорта. Можно здесь? Мне не нужен ключ. Девушка, можно заплатить мою квартиру? Смотрите, тут написано, да, пройти что? Медицинское освидетельствование. Вам всего лишь слово согласны или отказываюсь? Я не буду ничего подписывать. Просто это моя на данный момент такая политика. То есть вы отказываетесь? Честно, я, потому что в комнате досмотра происходило все не так, как я бы хотела. Да, и я отказываюсь подписывать вообще что-либо. На освидетельствование я согласна проехать. Хорошо. Устно согласие я даю.